Страшные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Проспект Юных Пионеров, 85. Состояние дерева около дома всерьез беспокоит жителей. Оно уже, это дерево уже, оно сгнило. Оно сгнило. И если вот сейчас это снег выпадет, на нее навалит, и она упадет и разрушит все, разрушит. Из-за этого дерева может это произойти авария, и домов она завалит, и этот дом, и наш дом завалит. И помимо этого пострадают, и люди пострадают, не то что жилплощадь, и люди пострадают. Вот в чем дело. Как ветер начинается падать. Каждый раз. Во время ветер. Обязательно что-то отвалится. Ну это стук упадет, ну ударит по голове, ну мне-то вдарит, ладно. Ну а ребенка, вот ребенка в прошлый раз чуть не придавило. Ну что это такое? У нас, ну ладно, там нету детских площадок. Вот песок тут насыпали. Ну, вот в прошлый раз чуть детей не придавило. Ну. Когда отвалилась ветка, вот эта вот большая, я тут же позвонила в дом управления. Дом управления мне сказал, позвоните, пожалуйста, в управляющую компанию. Я позвонила в управляющую компанию. Они сказали, сейчас приедут. Ну, приехал парень, походил вокруг. А ответ был, я пришлю завтра работников или кого-то, а они сухие ветки спилят. Нам полностью надо его спилить, чтобы не было беды, потому что беда будет большая. Улица Ташкентская, 160, крыльцо 6-го подъезда требуется капитальный ремонт. Наше крыльцо находится в плачевном состоянии, потому что оно отходит от основной лестницы. Дырка очень большая, дети маленькие в подъезде, которых очень много, не могут даже ногу поднять. И так и много стариков, очень тяжело. Вода с крыши льется прямо на лестницу. Сейчас начнутся заморозки, дети будут кататься на ней, как на горке. И взрослые, и дети. Отсюда травматизм, отсюда все. Мусор складывается туда людьми, которые просто проходят. А там оно, эта куча, она не сгнивает, она никуда не девается, она просто растет и увеличивается. От этого крыльцо еще отходит от большой плиты очень далеко, просто дырка образуется. Просто, по-видимому, в один прекрасный момент оно просто отойдет совсем, и мы не сможем даже подняться. А крыльцо на 6 ступенек, это все-таки высоко. Жаловались в 44-й ЖЭ управляющую компанию. Никаких ответов на наши запросы нету. Не обещают, нет. И все с пожаром, всегда они здесь приходят и никаких действий не принимается. То есть это уже не первый год, это не за один год это образовалось все. Но его полностью надо убрать сначала и поставить новое крыльцо. По-другому не получится. То есть заделать эту дыру просто невозможно. Улица Александра Матросова, 25. Жильцы ждут от коммунальщиков опиловки деревьев, растущих за домом. Считаю, два вот в основном вот эти два дерева. Ну то тоже уже, они уже все, собственно, отжили свой век. Но это уже не. То прошлый год я говорю, прямо так поперек упал это дерево. Он мне забор сломал, угол, так все они сделали. А где-то вот на дороге висит, это на тротуаре висит, ну что не делать. Мне тоже надо, на голову может упасть. Вот на тротуаре висит, вот они висят прямо над головой. Электрические провода, троллейбусные. Такое может замыкание большое быть, не то что там. И придавить может там, и машину может придавить, там висит. На дороге, короче, висит. Ну я ходил, прошлый год ЖКО ходил. Куда я больше пойду? Все объяснил, все будем делать. Вот они недавно проходили, посмотрели на это дерево, и все, и был примут меры, они бесполезны. Это уже с прошлого года начинается. Да деревья вообще, наверное, убирать надо. Ну хотя ветки эти убирали, они же не ветки, они полдерева. Вот видите, какое дерево? Он уже на проводах висит. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.